можно продемонстрировать систему горелки. Значит, у нас есть мотор, который в данном случае выступает вместо турбины. Ну, поехали. Сейчас будет продув. Он продул систему и дальше начинает подстраиваться по лямбда-зонду. Есть показания лямбда-зонда, которые... Вот он сейчас подстраивает, снизил скорость. Можно эту скорость вращения увеличивать и уменьшать. В данном случае это ручное управление. При автоматическом он будет там набирать обороты, либо сам автоматически подстраиваться под те сигналы, которые приходят с лямбда-зонда. В данном случае цифры меняются, и он корректирует скорость работы мотора. Вот. Можно еще точно так же закрывать и открывать клапан газа. Есть такая функция. Ну и в дальнейшем еще будут газовые краны, которые тоже будут открываться с определенного положения регулятора. Вот можно слышать, как он сам автоматом подстраивается. Также будет измеряться температура в примелкере. В данном случае температура здесь 25 градусов. Это показания вот этого датчика. Вот. Переходим дальше.